Всем привет, друзья! Сегодня шестой день моему мини-морю. И если честно сказать, как-то грустновато. Не потому, что что-то случилось. Нет, совсем наоборот. Вообще ничего не случилось. Вообще ничего не происходит. Такое ощущение, что все равно мое море полностью стерильное. Я и бактерии лью, и капнул на шатыря. Я думал, от него хоть какое-то движение пойдет. Я не думал никогда, что я с таким нетерпением буду ждать, когда появятся у меня в аквариуме водоросли. Мне действительно казалось, что после того, как я капнул аммиака, должны пойти водоросли. Я еще боялся, что капли на такой объем будут много. Но много однозначно не оказалось, потому что если бы было бы много, вода стала бы мутной, и мутная стала сразу. А так нифига, вообще никаких движений. Но больше я его лить не буду, подожду до конца недели. Если будет так же продолжаться, я имею в виду, если все будет так же стерильно, как и сейчас, попробую где-то все же найти малинезию, может парочку, и перевести их на соленую воду. Вот тогда, наверное, действительно процесс должен пойти побыстрее. Морскую рыбу я пока садить не буду, не собираюсь, жалко, потому что непонятно, что в аквариуме происходит, а вот малинезию для ускорения процесса, я думаю, посадить можно. Ее, конечно, еще перевести нужно как-то на морскую воду, я не знаю, как правильно это делать, но думаю, капельно, потихоньку можно попробовать, потому что эта стерильность меня как-то начинает напрягать. Мне уже предложили завести Ксению пульсирующую бриариум и родактис, я отказался. Мне кажется, еще слишком рано. 6 дней засолки, это вообще, мне кажется, ничего. Сделал, друзья, я себе фон. По колхозному, ну, по крайней мере, мне кажется, так стало лучше, чем было. Сразу, кстати, стало видно, какие у меня грязные стекла. Ну, в аквариуме я сейчас не буду лезть 100%, пусть зреет. Почищу их, когда буду сажать первого жильца. Просто очень не хочется туда лезть сейчас своими клешнями. И так непонятно, что там творится, что там со зареванием. Я еще буду там лазить. В общем, как есть, так есть. Ничего страшного, я так думаю. Фон, кстати, заколхозил из простого куска картона и черной ткани. Просто на малярный скотч прилепил и все. Готово. Есть у меня еще одна проблемка, с которой я не разобрался, а именно съемка аквариума. Вот все, что вы сейчас видели, это снималось на iPhone. Все просто синее, в реальности оно вообще не такое. А вот сейчас я снимаю на Xiaomi. Все наоборот в белое ушло, то есть в одном телефоне уходит в синее, а в другом в белое. Я и там крутил и баланс белое, все что только можно было. Нифига не помогает. Говорят, нужно купить какие-то светофильтры. И я вроде бы их нашел такие, какие нужно покупать. Но я не нашел ни одного видео или фото с применением этих светофильтров. То есть, что было фото и до с применением, и после с применением. Чтобы было видно разницу. Если кто-то знает, где можно посмотреть такое, киньте, пожалуйста, ссылку. Просто очень не хочется покупать наобум. Вроде мне этот цвет не понравится или что я... Короче, если есть информация, скиньте, пожалуйста. Вот такие вот тут новости, друзья. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Всем красивых аквариумов и пока-пока.